лечит небесам, закрыть глаза не победит. Спасибо всем, кто добрался до сегодня, до этого места проведения. Саша, у меня, по-моему, в мониторы лезет что-то еще. Или очень громко. Сделай их потише, напольники. Ребята, очень рад вас видеть. Буквально, ребят, пару минут и продолжим.
хотел сказать Саша. Саша дал. Ребята, ну, петь, я думаю, все умеют. Все же умеют петь, правильно? Даже если не умеют, все равно все умеют. Эту песню обязательно надо петь все вместе. Я знаю, вы готовы немножечко вместе со мной попрыгать. Я каждый концерт твержу. Я научил очень многих русских людей одному единственному слову по-английски. Это слово jump. Jump значит прыжок. Прыжок, понятно, да? Покажи, покажи. Для чего оно используется? Очень легко. Все просто, все должны вот так делать, смотри. Jump, 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 jump,
умеете ли вы прыгать очень высоко? Сдавайтесь, чтобы очень высоко взлететь, нужно очень низко пасть. Давайте все присядем на карты. Все. Да что ты стоишь? Садись ему на лицо, что ты там? Не стой. Ногах, правда, нет. Все, сидим, да? И вы поймете, что делать. В один прекрасный момент мы все просто взмоем туда. В мэри. Их тела потом на пол. Их тела потом на пол. Их тела потом на пол. Самовар. Будем слушать.
прямо и Circle B Time. Не всегда все получается, всегда что-то выходит из строя, ломается, рвется, теряется, пропадает, не знаю, не придумываются синонимы новые. Ребят, давайте все достанем телефоны, все-все-все, и включим фонарики. Давайте осветим это место. Хочу сказать огромное спасибо, что в такое нелегкое время вы все-таки поддерживаете артистов, ходите, несмотря на все вот эти вот существующие штуки. В общем. Наступает холод и мир, расколоты все цветы, пылают огнем, когда мысли тают, мы страдаем. Чтобы уберечь, знай, зверь внутри меня сидит.
сердце лгать, но я был обречен. Теперь внутри меня сидит внутри меня. Не важно, кто мы здесь, но в каждом кто-то есть. Ой, демон где-то там. Вспомним каждый концерт.
Вы кричите «Виктор, Витя, Цой», да? Не так послышалось? Правильно послышалось? Витя, Цой! Ну, все правильно получается. Ну, как бы, получается, все реальные панки, да, получается? Правильно получается? Ну, вот, я так тоже думаю. Этих ребят, кто ваша мама, ребята? Спросил у ребят солдат. Мама анархия, папа стакан портвейна. Мама анархия, папа стакан портвейна. В кожаных куртках, все небольшого роста. Хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Мама анархия, папа стакан портвейна. Мама анархия, папа стакан портвейна. We'll be right back.
Yes.
Контрнаступление.